«Сила спорта, сила победы». Под таким девизом прошел уже традиционный велопробег компании «Газпром Трансгаз Томск» по Сибири и Дальневосточному федеральному округу. Велопробег был посвящен двум знаковым датам – Дню России и 70-летию Победы. Среди 1600 участников были и хабаровчане. В своих силах Лев Золотых уверен на все 100. Инженер, неоднократный участник подобных спортивных соревнований, состоит в команде по триатлону, имеет разряд по велоспорту. Кстати, своими знаниями с удовольствием поделится с каждым участником этих стартов. То есть у кого-то с велосипедом отношения на «ты», у кого-то немножко, редко катаются, все равно будем все друг другу помогать, подсказывать, все будем делать вместе. Вместе семьи сотрудников компании Хабаровского линейно-производственного управления магистрального газопровода «Газпром Трансгаз Томск» выбирают и велосипеды. У многих участников своих железных коней нет, поэтому для стартов были привезены около полусотни двухколесных машин. Не было никакого принципа, просто выбирала. Мне он внешне понравился. И если представительницы прекрасного пола делали акцент на внешней составляющей, мужчины же отдавали предпочтение другим техническим характеристикам. Чтобы сидушка была удобная, самое главное. 24 скорости, устраивает. Тормоза хорошие, да, сразу чувствуется. Пока взрослые готовились к заезду, на старт вышли самые маленькие спортсмены. Не обошлось, правда, без помощи взрослых. Однако явный победитель сразу вырвался вперед. Я не переживал совсем, я думал просто, чтобы победить. У взрослых же дистанция куда более длинная – 40 километров. Примечательно, что старты почти одновременно прошли в 12 регионах Сибири и Дальнего Востока. Начало такой традиции было положено еще в 2011 году. Хабаровск принимает участие в четвертый раз. Неформальная обстановка, она очень положительно влияет, потому что мы каждый день на работе, зачастую еще и допоздна, поэтому позитив такой, положительные эмоции, это здорово. В этот раз на велосипеды сели около 80 хабаровчан. Всего же на старты во всех регионах деятельности «Газпром Трансгаз Томск» вышли более 1600 участников. В общей сложности работники 28 филиалов преодолели дистанцию в 745 километров. Степан Чернов, Анна Ситникова, Александр Ландарь, «Вести Хабаровск».